Магнит снят, панель снята. Все провода порезаны. В доме на Ленинском проспекте 6 вандалы уничтожили домофонное оборудование, отпилили магнит, порезали провода. Давно домофон не работал? Месяца, наверное, полтора, может, два. Аналогичная история и в доме на улице Гоголя 14А. Правда, здесь уже установили новый магнит, домофонную панель, перетянули новые провода. По словам директора обслуживающей компании, за порчей оборудования могут стоять сотрудники прежней организации. Любое оборудование, которое было в доме установлено, это уже общедомовое имущество. И как бы такая порча имущества является правонарушением. Сейчас формируется обращение в полицию по данному поводу. Как бы сейчас рассчитывать сумму ущерба, причиненную жилому фонду. И уже дальше будет подача заявления. Здесь компания была о безопасности. Это ее, мне кажется, рук дело. Ну, как бы ситуация лучше будет виднее после заявления полиции. За полгода от рук вандалов в Химках пострадало около десятка домов. В случае неисправности оборудования работники домофонной компании просят звонить по номерам, указанным в едином платежном документе.